Лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель должен вернуться в Гаагу, где его судят за разжигание межнациональной ненависти к несербскому населению во время войны в бывшей Югославии. С таким требованием в понедельник выступила апелляционная палата Международного трибунала для бывшей Югославии. Шешель, для которого обвинение требует 28 лет тюремного заключения, уже провел в гаагской тюрьме без малого 12 лет. В прошлом году он был освобожден по состоянию здоровья, Шешель болен раком. Руководство Сербии заявило, что требования Гаагского трибунала не соответствуют морали. Лидер движения социалистов, входящего в правящую коалицию, Александр Вулин, заявил, что это решение направлено на дестабилизацию Сербии, свержение правительства Александра Вучича и его лично, после того, как 24 марта премьер-министр Сербии в своей речи впервые употребил выражение «агрессия НАТО». Сам Шешель заявил, что добровольно в Гаагу не вернется. Европейский парламент еще в прошлом году принял резолюцию с требованием Гаагскому трибуналу пересмотреть условия освобождения Шешеля за его попытки заставить Сербию свернуть с европейского пути.